Здравствуйте, дорогие друзья! В данном видеоуроке мы поговорим на тему, где легко можно заработать на Kiwi кошелек. Итак, это проекты VK Target, Profit Center и RuCaptcha. Давайте сразу выведу деньги, но я буду выводить на Яндекс, так как я Kiwi кошельком не пользуюсь. Вы здесь просто нажмете Kiwi и сразу же выведете деньги. Я скопирую свой Яндекс, дабы на него перевести. Копирую, вставляю, нажимаю «Создать заявку». Здесь пишут, что деньги придут в течение 2 рабочих дней. На самом деле они приходят намного быстрее. Итак, как же здесь зарабатывать? Для начала нужно зарегистрироваться, либо пройти авторизацию через ВКонтакте или любую другую социальную сеть. Ссылочки на данный сайт я оставлю под этим видео в описании. Нажимаем «Заработать». Вот, и здесь перед нами будут появляться такие вот задания. Допустим, «Вступить в сообщество ВКонтакте». Нажимаем «Вступить в сообщество». Нажимаем «Вступить в группу», закрываю, нажимаю «Проверить мой баланс». Вот, кстати, деньги уже пришли. Нажимаю «Обновить страничку». Вот, обновил, денежка мне зачислена 57 рублей. Вот, и вот почти рубль я только что заработал буквально одним нажатием на мышку. Также можно подписаться в Одноклассники, вот, и на YouTube каналы и так далее. То есть, чем больше вы социальных сетей подключите, ну, допустим, и ВКонтакте, и Одноклассники, и Facebook, и Twitter, Instagram, и YouTube, то у вас будет намного-намного больше заданий. То есть, заданий реально будет очень большое количество. Ну, часто здесь попадаются задания вступить в сообщество ВКонтакте, и можно заработать целый рубль за то, чтобы просто вступить в группу. Ну и так далее. Можно наделать себе фейков штук 5, не знаю, там, ну, ВКонтакте, допустим, да, и с каждого выполнять задание, выводить деньги себе на Kiwi кошелек, при этом, ну, с каждого, если по 100 рублей, даже там, даже по 50 рублей зарабатывать, уже неплохая сумма будет в день. Вот, причем ничего не делая абсолютно. Следующий проект Profit Center, здесь тоже сейчас я выведу на Яндекс кошелек деньги, перетаскиваем ползунок, нажимаю выплатить, вот, успешно произведена, идем в мой кошелек, обновляю, смотрим, вот 13 рублей поступили. Итак, ну, смотрим, как здесь зарабатывать. Здесь есть серфинг сайтов, есть выполнение заданий. Советую выполнять задания, так как это самый простой вид заработка и хорошо оплачиваемый. То есть здесь вы тоже можете выбирать социальные сети, можете по социальным сетям вступать в группы и так далее. Можете, допустим, выбрать YouTube. Здесь нужно просматривать видео, просматривать рекламы и так далее. То есть задания очень простые, как и здесь, то же самое и здесь. Вот, и получать, но здесь заданий, конечно, намного-намного больше, то есть их здесь тысячи. Выполняйте, зарабатываете нормальные деньги, в принципе, почему бы и нет. Вот, и вывод есть на Kiwi кошелек, без проблем, как бы, все платится нормально. Вот, и последний проект RuCaptcha, сейчас тоже выведу средства. Вот, 61 рубль у меня есть. Вот, нажимаю «Заказать выплату». Здесь денежка, конечно, не так быстро поступает, где-то она поступит через минут 5, вот так примерно. Вот, но здесь то же самое, мы нажимаем «Начни зарабатывать», вот, нажимаем «Старт». Здесь мы вводим капчу за деньги, и выводить также можно на Kiwi кошелек без проблем. Вот, нажали «Старт», нужно немножко подождать, вообще не всегда так. Вот, если капча сразу вам вот такая вот попалась непонятная, вы нажимаете сразу «Не могу разобрать» на кнопочку, и когда капча попадется нормальная, ну, сейчас почему-то сайт очень, ну, тоже можно ввести, конечно, но геморройно чересчур, поэтому нажму, что не могу разобрать, и подожду следующую капчу. Капчи на самом деле появляются намного быстрее, они одна за одной появляются. Вот более-менее разборчивая капча, вот мы ее сейчас и введем. Вот, опять попалась какая-то непонятная, я нажимаю, не могу разобрать. Но это вот сейчас как специально попадаются неразборчивые. На самом деле, они всегда нормально попадаются и нормально как бы вводятся без всяких проблем. Ну, давайте введем такую капчу. Не знаю, правильно я введу или нет. Ну, тоже можно... если что, пропустить. Вот, зачиталась капча. Следующая сразу появилась.
Я думаю, такую капчу вы встречали ВКонтакте очень часто. Вот ввели следующую капчу. Ну и опять почему-то нужно ждать. Ну вообще я говорю, что они появляются одна за одной. Ну тоже заработок такой вообще самый простой, который только можно придумать. Вот 3 копейки нашкребали за 3 капчи. Вот. После 12 ночи капчи в 3 раза дорожают. И после 12 ночи можно намного больше зарабатывать здесь. Заработок такой, что можно зарабатывать с телефона, с чего угодно, как бы ехать в маршрутке, ну вообще, где угодно, короче, можно зарабатывать. Вот такие вот 3 проекта: VK Target, Profit Center, RuCaptcha. Посмотрим, не пришли ли деньги, но они, да, они здесь не так быстро приходят, как на данных проектах. Здесь нужно подождать минут 5, может 10. И они обязательно придут. Сайты честно платят без всяких проблем. Также оставлю под этим видео в описании 100 сайтов для заработка в интернете без вложений. Здесь 100 лучших проектов, с помощью которых можно заработать. И заработок на кликах, заработок в социальных сетях конкретно. Вот все проекты, которые платят в социальных сетях. Кстати, зарегистрироваться можно, допустим, VK Target, VK Surfing, там... VK Storm, они очень похожи просто на друг друга, и на 3 проектах сразу зарабатывать, и зарабатывать неплохие деньги. Вот, заработок на играх есть здесь, заработок на отзывах и опросах, на копирайтинге, на бинарных опционах, но это не для новичков, поэтому оно вам не надо. На партнерских программах, ну и остальные проекты. В общем, здесь 100 лучших проектов, с помощью которых можно заработать. Также с левой стороны можете подобрать для себя какие-то виды заработка. Зарабатывайте с данными проектами, читайте мой блог Money Day. Проверим еще разочек. Не, еще не пришли. Все, на этом все. Удачи вам, всего доброго.